Джазовые импровизации звучат на башкирской народной флейте. Курай в руках мастера способен воспроизвести самые разные мелодии. Это уникальный синтез, восточный эпос и классические джазовые ритмы. Впервые такую музыку исполняет эстрадно-джазовый оркестр Башкирской государственной филармонии. Они выступали на саммитах и лучших сценах мира. И вот творчество джаз-бенда под управлением Олега Касимова оценила самарская публика. Курай является в мире один из самых сложных инструментов, так как это просто полая трубочка, внутри ничего нету, муштука нету, и все народности, все люди удивляются тому, как можно на этом просто полой трубке извлекать интересные звуки. Свой авторский проект заслуженный артист России назвал «Джазовые байки». Это серия небольших новелл. В подаче музыкантов башкирская народная культура органично вплетается в джазовый формат. И благодаря высочайшему мастерству исполнителей они узнали на разных континентах. Воссоздать, может быть, ту или иную атмосферу, тот или иной музыкальный пласт. И в итоге получился такой микс, который, я думаю, что зрителей не заставит скучать, потому что много разной музыки, много вокальной музыки, много инструментальной. И все это, к тому же, новое и достаточно интересное. Хотя всегда будет казаться, что где-то мы это уже слышали. Олег Зверев, Максим Гусев. События.